Три, два, один, пуск! Нажатие символичной кнопки, и первая очередь завода шведско-швейцарской компании АББ запущена. Компания, имеющая представительство во многих странах мира, занимается производством различного электротехнического оборудования. Липецкий завод руководители компании сразу же назвали одним из самых перспективных. На площади 7000 квадратных метров будут производить электрические шкафы. Шкафы низковольтные распределительные, они защищают линии, оборудование от различных нештатных режимов сети. Построенный за один год, завод даст более 50 высокооплачиваемых рабочих мест для липчан. Кстати, подготовку персонал завода проходил в Италии и Германии. Таким подходом компания фактически подчеркивает, что пришла в Липецкую область всерьез и надолго. Нам было удобно, комфортно. Это первый шаг как в развитии этого производства, так и того, что мы планируем здесь развивать в дальнейшем. Удобство от появления нового предприятия скоро почувствуют и многие российские компании. За счет локализации производства сроки поставки оборудования сократятся в разы. Это политика импортозамещения в действии. Привлечь иностранные компании на свою землю комфортными условиями, развитой инфраструктурой и налоговыми преференциями. И получить солидные инвестиции. Так компания АББ принесла на Липецкую землю более 600 миллионов рублей. Когда мы создаем производство, когда вошел инвестор, когда он стал резидентом, создал производство и начал работать, следующее, что нам надо сделать, это выстраивать кооперационные цепочки по производству именно комплектующих частей на территории Российской Федерации. Не стоит забывать, что в регионе разрастается не только особая экономическая зона Липецк. Власти также заинтересованы в развитии уже созданных и открытии новых производственных кластеров. В отношении компании АББ это означает, что она уже имеет гарантированные поставки высококачественного сырья. Его заводу предоставит НЛМК. Нам нужен совершенно новый технологический уклад. Нам нужны новые технологии. Нам нужны технологии завтрашнего дня. Сегодня, будь то наш флагман Новолипецкий комбинат, если уж говорить о трансформаторных, динамных электротехнических возможностях, и компания АББ, они являются собой флагманство производства комбинат динамной стали, трансформаторной стали, а АББ вопросов производства оборудования из него. И сегодня это замечательная перспектива, которая сама обречена и на кластерность, то есть на широчайшее использование целой череды этих видов продуктов, и на предоставление нового технологического уклада для научной мысли, для развития, для рывка. Такая связка двух предприятий – пример для будущих инвесторов, что именно в Липецкой области они найдут все необходимое для развития своего производства. Компания АББ эти планы уже озвучила. Строительство второй, третьей, четвертой очередей, где будет реализовано производство трансформаторов и электродвигателей. Эксперты уверены, такой шаг не только показатель доверия крупной компании к региону, но и серьезный вклад в экономику России. Елена Логинова, Роман Авраменко, Липецкое время.